Центральный комитет Компартии Китая обнародовал предложение по внесению изменений в Конституцию страны. ЦК КПК предложил убрать из основного закона фразу о том, что председатель и заместитель председателя КНР могут занимать должность не более 2 сроков подряд. Было предложено включить в документ идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи, а также научную концепцию развития. Надзорную комиссию предлагается внести в текст в качестве государственного органа. Вместе с тем предложено включить в Конституцию статью о том, что все госслужащие должны публично клясться в верности основному закону перед вступлением в должность. Кроме того, ЦК КПК предлагает вписать в документ фразу, подчеркивающую руководящую роль партии, а также термины «работа над строительством сообщества единой судьбы человечества» и «гармоничные социалистические отношения между национальностями». Напомним, первая Конституция КНР вступила в силу в 1954 году, в 1982 на 5-й сессии ВСНП 5-го созыва был принят действующий основной закон. Поправки вносились в него 4-жды. В 1988, в 1993, в 1999 и 2004 годах. Важную роль документа подчеркнул генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин.